Так дизлайк я не поставлю. Поставил, почему? Там лайк стоит. Там дизлайк есть. Нету. Я смотрел же. О, наконец-то пришел привоз. Ну чё, поехали. Такой говняный батл пас. Пиздец. Бля, я забыл тебе, кстати, ссылку кинуть. А что, на шмотки? Да, там 20 числа, потом 26, но как-то знаешь, так по числам. И будут выбиваться, как вот эти херни, блядь, мы делаем, как купоны, либо там. Левандоускас. Ну, все из-за тебя. Любит тебя игра на санок кидать. Ну, только надо ждать. Да Кого? сейчас суббота, народу должно быть полно. Повтори. Все, а чё пошел? Можно и ливать. Не понял. А чё за хрень? Ай. В плане я нажал ливнуть в лобби. И у меня какая-то загрузка. В плане. Еще раз перезагрузи лобби. А не могу. У меня будто вкатку грузит сразу же. Неужели придется ли перезаходить? Но оно не зависшее, будто, ну, то есть, реально, я вышел с игры и будто сразу новую катку нашел. Ну, не знаю. Я в лобби. Ну, классно. Меня куда-то грузит, не пойму куда. Кое. Чё, перезаходить придется? Да перезаходи давай. Перезахожу. Это все из-за тебя.
Да, и предлагают в матч вернуться, только серая икра. А жило? Да, жито, ну, то есть я перезашел. Прикинь, меня, походу, действительно сразу в игру коннектило. Дерма О, Хэллоуин. Дема Хэллоуин. Ливайкин. Хуяль ты. Так, тормознись, буду. За тобой чувак бежит, я хочу за ним же. Нас знакомый. Видишь? Да привет. Дай мне лучше курточку. Давай, братан. Ну давай. Давай, 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 давай. Не надо мне твой этот. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Понятно. Коршуны налетели. Ну скинь, братан, скинь. Давай. Что ты, кстати, пересматривал стрим того безбашенного? Пола. Грозулькина. Я забыл, как его, блядь. Которого ты с СЛР-ки в угол убил. А, этого что ли? Да. Контролер, что ли? Да, о, контролера. Да. Да ему прям уж бубен дал. А он что? Помнит нас? М? Помнит нас? Не, он меня мудаком назвал. Значит, помнит. По мудак у нас только один. Это ты. Нет, я читер. Мудак у нас только ты. Он сказал, это ж надо мудила в такую щель с галогов опостылить. А все потому, что я знал, что он в эту щель вылезет, я бы сам в нее вылез. В щель-то ты прострелишь, но в щель ты не пролезешь с твоими габаритами. Так, один с нами сзади летит, один почему-то влево улетает. Все. Может на тачку щемить, кстати. Нету там тачек. Есть слева у нас тачка, Доська. У нас, да, выше нету. А он-то летел выше. И влево. Нет, он на гараж падает. Один, да. Второй вот это сейчас только долетает, он вообще летел в ту сторону кимпы. Ну, стреляйся с ними. А чем, блядь? Пистолетом. Классно, блядь. Лут говна, пистолет. Берил. И чё вы? Угу, центральный один движение видел. Жопу дал на крыше. Тройку дать? Давай. Еще куда-то дал, не знаю.
Он на крыше? М? На крыше он? Угу. Ну, я тебе тройку кинул. Угу. Жопу кинул тебе. Жопа на зажим. В левом крайнем видел. Комнатку ушел, сейчас будет перебегать. Не будешь, что ли? Перебегает? Mm-mm. Что, до сих пор? Перебегает, перебегает. Right, ну, смотрю. Так, на тебе перил. Дай мне мутант. Перил я тебе с компенсом оставил. Не, у меня точка есть на мутанте. Ну, на мутанте. И шопу ты забрал, да, себе? Жопу я тебе отдам. Жопу я что-то затупил. На, мне наимки осталось. Упор могу для пальца дать, наберю. Не, не надо, у меня вертикалка уже стоит. Короче, у тебя уже собранный берил. Да, у меня только у вилмага нету. Ну, вилмаг хуйня, но у тебя главное компенсы, ручка. Все, там нихуя нету, блядь. На, тебе пятаков еще. А нахуй мне пятаки, когда у меня ДП мутант? Ну, иди у этого, забери с КЛ-ку пятаки. Да похуй ты, Тём, я что, с ДП позажимать не могу, блядь. Сам говоришь, зажимать умею, не пизди. Смотри сам. Сейчас что-то найдем. Это ж не проблема. Ты лайк сейчас поставил? КС первый этаж, две точки. Из КС? Нет, две точки. А, точка мне нахер не надо. Я же тебе сказал, ты когда голограф скидывал, у меня была точка. Еще длинная М-ка с пятаками. У меня ДП мутант. О, СКС-ка. Ты сейчас меня повезешь обратно в ангар. Зачем? Я забыл, там подсчетчина валялась в углу. Подсчетчина у меня тут есть. А ты ее отдашь? Да. И пламя-гаситель есть даже. Ну, у меня пламя-гаснейпа есть и компенсай. А ну, блядь, сайгурский компенс. Мне надо что мне натянуть. Там сам прикол. Легкая рукоятка как раз. Красная. Надо за мутантом к тебе сходить. А зачем ко мне за мутантом идти? Ну, потому что мне на дальняк надо на симаки сесть. А, чё ж ты тогда не сказал, я тебе СКС-ку поставил. На СКС-ку. Да оставь. Играй на СКС-ке, сейчас я зайду за этими. За мутантом. Жопа есть. В принципе, нормально. Тут шприц первый этаж заберешь? Ну, будет второй, заберу. Пока лезет. Больше на симаках ничего не было, да? Mm-mm. А вот мутант, не буду я затем идти. На тебе тогда жопу. У меня есть жопа. На, это твое. Нужно что-нибудь из возьму, этого? Возьму, да. Мне бы еще велмах на СКС-ку было прекрасно. Но у меня на мутанте нету, на Бериле есть. Могу отдать. Да не, не надо. Видишь зону? Видишь зону. Можем заехать сюда, типа, подлутаться. Так, ну я могу тебе на мутант пока компенс отдать, если хочешь. У меня есть компенс. Ой.
А, ну все тогда. У меня одна аптечка, один шприц, тейболик, один энергетик и 15 бинтов. Большая аптечка, три маленьких, два шприца, два болика, три энергетика. Нормально, да? Ну, надо у тебя одну аптечку взять и все. Аптечку еще, что у тебя там по бустам, я слышал, вроде бы меньше. Шприц, 3-1. А, 3-1. Блять, тогда один энергетик я могу дать, но мне все равно два шприца. А, у тебя два шприца? Ну да, я же тебе сказал, я возьму шприц, пока лезет, то есть у меня есть куда, но у меня их будет два. Ну и хер на него. У меня, правда, ноль гранат. Два дыма, две осколочные. Не того, не того. Ну и пошел ты в жопу, понял? Тоже мне воин, блядь. Сейчас Паркинсон вылезет с СКС-кой. Ничего, я вылазить не буду. Никому и я даст ничего тебе... давать не буду. И даст тебе уж бан. Он мне не попал, так что... Прям Майя, блядь. Красную выкидываем, прямо возьмем. Красную не выкидывай. О, вел мах на СКС. Ну она тут в этом, в доме у меня. Кого-то нокнут? Угу. Там на машине. За машиной там лежит. Я понимаю. Один отдыхает. Там двое. Угу. Побежал. Так а те, что не стреляли по ним? Не знаю. Туман опустился. Тут и сидим? Думаю, да. Пока мне бы качненькую забрать бы. Ну, зайди подо мной там на кухне. За место упало для пальца. Симаков надо побольше. Так, у меня 2 шприца, 3-4 пуста. Что тебе надо? Шприц 2-2. Аптечка мне нужна. Подпитать только. Вот тебе аптечку. За камушком. Это два дружка. Дал и второму. И он его подобрал. Симаком маловато. Баги там и стоит. Угу.
Каякер тот. Сели, поехали. Попытались попикаться и уехали. Да уж, вояки еще те. Туман пиздец как мешает. Машина сзади котится на гриб с двойкой. Надавал обоим. Машине на нас катились. Очень коцанные. А вот тебе и шестерка, вот тебе и каяк. Это ВСС вообще, блядь. Братан играет на ВСС. Густов всего до хера очень. Шестопалы тут. Калашик мне родимому. Спасибо, пацаны. Огромное спасибо, да? Огромное человеческое. Пламя снайпа забери вот тут. Угу. Я внизу кинул. Подщечин вот куча, тут, во блядь. У меня так бустов всего до хера, блядь. Вылез с машины. Ну теперь не уедет. Мне еще сдалека пытаются давать. Это стой кемпы? Откуда во? Я их не вижу в туман вообще. Вот и я не вижу. Я в кемпу засматриваюсь, там так темно, блядь. А, на горе. Да, за камень зашел. На грибу сверху остановились, а в ловлю, в перешейке, сейчас будут нас контролить. Слышу, слышу. Я за симаками спускался. Угу. А нас двое. Они машину с Сишкой на нас пустили. Ну, увы, Сишка поздно. Тикай. Пойду я поводюсь с ним. Ты чё, выпрыгнул? Да, не выпрыгивал. Где окно разбитое было? Ага, вижу. На Е. Один близко, походу, что ли? Да, один справа под домом у нас где-то. Да это пипец какой-то, блядь.
Пацаны. Пацаны. Выскакивай, бля! Что-то греет. Они могут. Нет, мне тебе не закинули, блядь. Пацаны. Даханы. Тебе не кажется, что у них что-то есть? Пацан. Ползай, прикинь. Слышишь, да? Давай две машины их не заберем, просто уедем все, да. Не-не, они на балконе, брат. Они на балконе шаги. А я-то не на балконе. Мне перелетело через другое окно, хаешка, прикинь. Я заметил. В два окна, да? А он в этой хате бы я уж шлем видел. Куда ходишь, куда? Соня, не-не-не-не, ты улицу держишь, Амиль, ты улицу держишь. Что-то подбежали, кто-то подошел. Кто-то подбежал еще, левый, по-моему. Раз они по нашей хате стреляли. Улица, что ли? Да, не хочу так пять катка. Ага. Я-то одному надавал. Один за дерево у меня на 35. Да как ты подскочил, блядь? Руками. Просто взял и подскочил. Они ж там двое сидели, блядь. Вот второй. Я ж говорю, двое. Не-не-не-не-не-не-не. Там разные были. Видишь?
Что тогда настреляли? Поехали. Суки. Суки. Вот еще генерал. Так, я после этой катки сгоняю, адреналина себе возьму. Это сколько по времени? 10 минут? 5 минут. 5-7, максимум 7. Минимум 5, максимум 7. Ну считай, надеть портки, тапочки, кофту, пойтися. 150 метров и также 150 метров назад. Просто от этого попкорна сушняк такой ебучий, блядь. Зачетный фильм, стоит сходить. Если будет. Ну сейчас после катки. Ты говорил до этого, Димон? А, что стоит на фильм? Да. Так что сходите, не пожалеете. Ну, короче, за него не жалко сходить. Не, ну понятно, если первый был классно, то и второй, я думаю, с этими же актерами. Второй прикольнее еще. У меня мегалут пока, Вектора, блядь. А Скарлайт одиночная? У меня Вектор, но правда с компенсом. У меня тюнингованный Вектор, блядь. Бери, Лэйди, в туалете забери. На дальняк взял бы. М? На дальняк бы взял, у меня почти что фулл Вектор, блядь. Бери СЛР-ка в ангаре. Не хочешь почти фуловый Вектор, блядь? Пристал ты со своим Вектором.
Голограф нужен? Да, у меня вообще прицелов нет пока. Обычный этот кинул и вломах на SLR-ку. Сайговский. Нет, а на эмке со Скарлайт не так важно. Эмку жопу оставить? Да, оставь. Пока что. Калаш. Двойка надо. Угу. И за симаками зайди тут. Угу. На первом этаже 45 штук. И двойка тут уже на калаше будет. Угу. О, двойка не нужна, тройка есть. Ну, за симаками зайди тогда. Угу. Прямую могу дать. Угу. Или не надо? Да как не надо? Набил надо, блядь. Почечину. Вот это, а вот это вообще заебись. Не надо тебе уже подсчетчин. Mm-hmm. Давай мне жопу, давай мне Исселерину, блядь. На тебе, как она есть, всю. А пламя, а честной попски себе не оставил. Жопу дай, так на тебе на, тебе на, я ж скинул там. А, тебе ж на SLA-ину. Так. Мне главное почучено есть. Не, ну контроль-то хоть какой-то есть от, от этой. О, Джонни кинул. У нас есть чем воевать. Да, как бы чуть-чуть. Куда? Есть. Веди, бо я не вижу. Вот он, 310, рядышком совсем. Не-не-не, назад. Вот он падает. 200-310, прям над нами. Вот, видишь? Нет. А, вижу. Я едут, за деревьями едут. Не видел. На ГАЕ! Блять. Большой аптечкой хилюсь. Я одному шот дал. Все видим. Глушитель снайпа взял тебе. Сбил! Обоих? Нет, ютубе сбил со своим сетсом. Вот этот еще тут где-то. Это совсем левый. У того ж мы сзади его нокнули, лежит, а тот побежал куда-то 215. Я его не вижу. ВССера ты высадил, да? Да. Я слутал, если что. Я уже понял. Рякалка куда-то правее убежала. Я не знаю, на, куда он сидел. Четверка. Давай. Симаки там были у него? Нет. Глушитель снайпа надо тебе отдать. И этот. У меня аптечек вообще ноль. Как? У меня нету аптечек, у меня есть бинты. Ну, у меня бинты тоже есть, не надо. Так, кто тот кис? Тот убегал вправо, куда-то текал. Бежал он вообще 220. Надо этого залутать. Я петух. Я понял, петуши. И глушитель тебе надо отдать на снайпу.
Блять, это тоже с бустами, только оно хоть Симаков 30-ка. На руины? Или куда? Именно на руины. Че, а дружок его съебался? Или этот ВССР его убил? Да нет, тот же ползал. Не, ВССР, вот эта двойка, которую ты высадил, эта двойка в машине была, только один начал назад съебывать, и этот на нас наезжать. Это ВССР в соло приехал. А-а-а. Ты пусты. Глушитель снайпа никак не могу тебе отдать. Так, давай. О, моя первая аптечка. Ну, сейчас опять хитскан. Я дал в голову ВССу, и он не упал. Он начал убегать. Ну, недалеко он уехал, правда. Мистер Ютубе начал валить. Так, рюкзак третий у тебя есть, да? Да, я Саира забрал же. Сейчас мне зашим сбеило, прям зашел по мотоциклисту, прям. Еще берил. Как себе домой залетел. У меня три аптечки уже. У меня одна аптечка и дохуя бустов. Очень дохуя бустов. У меня 2-4, у меня мало бустов. 4-9. 2-4, на. На модника нет у нас Айгу. А, у тебя же петух, какая Сайга, был, блядь. Был компенс вроде бы там. Но я не помню, честно, что у меня там было. А, не, нихуя не было. У меня там только жопа и ручка прямая. Чи-упор на М-ке. Петуха зажимай ты, ты зажимщик, вот и зажимай. Чё пусты. Увел Макс на ИПА тут. Так, чё мы имеем? Мы имеем нашу кемпу в центре зоны. До сих пор? А, это да. До сих пор первая зона сужается, блин. Ничего, отжали, Айер отжали. Ай. Три аптечки, 3-7. Мне одна ничего не аптечка, надо, на тебе. 3-6. На тебе одну да аптечку забей. Да я побежал, забей. Бежи, забирай, сейчас поднимусь. Угу. Куда-то сюда пока. Херена им бери. Да и каяк ничего такое. Я перил хочу. И тот каяк хочу, блядь. Ну нихуя не падает, блядь. Да берил-то есть, хотя я его и не хотел. А! Я хотел его. Выпал тебе, блядь. Ну, чё ж ты поделаешь.
А кстати, из того, что тебе выпало, мне вообще ничего не нужно было, по большому счету. В каком смысле? Ты говоришь... СКС-ка выпала золотая, но она мне потом тоже выпала. Ну, мне гроза, СКС-ка и ВМ я взял. Не, у тебя М24 выпадало еще. Ну, Берил мне еще выпадал, тот красный. Он первым же открытием мне выпал, прикинь. Ну, мне Берил такое себе. Его собирать не стал, во всяком случае. Я и не собираю, и не собираюсь. Так, один парашют кого-то несет. Потом вызывной. И слева у нас обычный летит. Выкинул он его сзади или нет? Не выкидывает. Значит, где-то уже кинул. Пощечина тебе надо? Ну, не надо, так не надо. На модник Сайга нужен. Бустов у меня уже тоже тьма тьмущая, блядь. Буду бустаться, блядь. Пламигат Сайга. Ну, хотя бы. Там и останешься сидеть? Ну пока сижу. Че, я пошел, все лутаю, он сидит. Ну, прикольно же, лутай. А нахрен твой вилмах притащил? Так это у меня СЛРки остался. Его не выкинул. Я ж Мусину нашел, сразу пересел же эти обвесы сразу мне в инвентарь же. Так, что мы имеем? Мы имеем почти что центр зоны, да? Я имею уже шестерку. Я имею шестерку. Я вижу. Ну я ж видел, когда тебя все спутал. Что я тебе ее не предлагаю, говорю, что я имею теперь тоже. Не, шестерку и воистой забрал. 4,6. 4,5 сейчас будет. Может, я его ем, блядь. 3,9. У меня гранат, блядь, дымовых 5, блядь. Ну, у меня псишка, 3 осколочных молотов. Две обычных и 5 дымовых, блядь. Ах ты мудак, блядь. Ну я стою напротив, стреляй. Давай. А? Давай. Так я и стою. Ух ты! Я не попал? Попал, но я быстрее залетел. Не, по-моему, моя запуля зашла. Зашла, но урон мне не прошел. Я быстрее нокнул, да. Ну так на Тимке можно научиться флекшотить. Не, ну, в смысле... Фишка в том, что я-то попал, по идее. Ну, выходит, моя пуля быстрее. Чё, моськи быстрее залетает? Потому что выстрелы одинаково пошли. У меня коряк, у тебя моськи. Коряка. Не, я говорю, коряка что, быстрее залетает? У тебя шляпа слетела, да? Да. Блять, я бы тебе шляпу теперь на мою. Не надо.
У тебя петух. Так, ну мы тут в зоне будем сидеть, наверное. Мне кажется, я просто быстрее попал. Не, выстрел-то Лена одновременно считала. Пошел. Выстрел-то синхронно ушел. Думаешь? Угу. Не, я-то слышал выстрел одновременно, выстрел произошел, просто я упал почему-то, а ты нет. Вот это мне и прикололо. Как она посчитала, тогда мне интересно. А я реально видел, что у тебя сопли отлетели. Да, 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 да. Где-то в плече у меня было. Может из-за этого? Может быть. То есть урон я побольше... урона больше, да, и оно засчитало да. Мой больше урона, а мне тебе не стало оставлять. Ты куда? Я пойду посмотрю шапку. Давай тогда все домой пересядем, я машину переведу. Понятно, никуда я не пойду. Нет. Не стрим на нем. Куда он там стреляет и откуда? Я в тумане его вообще не вижу. Да ничего не видно там. Я вот смотрю, 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 смотрю. Так я смотрю, как я его вижу. Я понимаю, откуда он стреляет, но я его не вижу. Опять туман. Закрытый Питер. Вангада. На экране. Я народ. Я с петухом, а народа нету. Только Димки жбан пробил зря. Не надо. Я уже понял, что ты на меня смотришь. Да ты я еще мог дать тогда, когда ты из-за угла выходил. Ладно, это все шляпа. Я не нашел себе шляпу. А во второй дом? Во второй не ходил. Так сходи. Время же есть пока что. Минька. Четверка сброшена, блядь. Ну я четверку скидывал, у меня шестерка. Пламега сайга. Куча пятаков, куча симаков. О, жбан! Ну, жабрю зайду. Угу. Ну, время есть, можно пока посмотреть починки, будут ли выбегать. Давай тогда к тебе пойду. Я думаю, стоит посидеть, слышишь сам, да? Да, вон там. Ага, вижу бегающих на краю зоны на 265. Туалету где-то подбежал. Я там слева стрелков видел. Дал. О. Дал под туалетом. Здесь 65 двигался, кого-то лутал. И кажись, дал. Я никого не вижу. Ну, туалет 265. Вот там. Да я кого-то понял, лутал, понял. Там труп я только вижу и пиздец. Нет, я видел, что там... Вон, бегает, перепрыгивает запор или левее уходит. Но второй за ним бежит. Ой, как хорошо без тумана. Куда они побегут-то? Зато они зашли, а дальше что? У них кто-то... Вон они вышли, слишком слева, далеко. Дал. Угу. Дал. Два. Два выстрела только что влетело в него. А второй где? А, по крою пошел 220. И второй он побежал за ним. Зона пошла, их сейчас поддавливать должно, по идее. Дымы кидают в пулю, но посмотри. Да я понимаю.
Машину ну, взяли. это... Не на машине, все, уедут. Мы пешком будем подниматься? Мы, да. Уехали, нет? Я видел, да. Машину завели. Тогда не палимся, поднимаемся пешечком. Ты ж видел, у него два выстрела влетело. Даже тогда ты раз дал, и потом мы вместе стрельнули. Не-не, тому я первому раз дал, а второму я тоже раз я дал только, и все. Ну ты там стрельнул, я не знаю, попал ты, не попал. Там, ну, по-моему, синхронно. Влетело, да. Вижу на черта пушках. На 50, да, на 50 поиграл. Их там двое. А в этих кемпах по-любому люди. Как будем действовать? В левые кемпы или вот тут впереди на 140 попробуем зайти? Да там вон машина есть. Стоит. Давай поверху. На, давай, давай поверху пойдем, да, 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 где-нибудь на горе сейчас скрысимся. Ну, на горе не получится, тут... нам в кемпу придется заходить где-то 150. Потому что там не зона будет у нас. Каптечек много? Нет, у меня как было две, так и осталось. Мы ж больше не находили. В этом суть проблемы. Доп. 40 секунд можешь посмотреть, в принципе. Может, не лутанный. Ну чё? О, компенс есть. Ничего с трупа не осталось? Компенс я взял от Сайги. Ага, тут машина стоит. В левый длинный пойдем? Или правую нижнюю двушку? Давай попытаемся. Вон хер, где левый длинный. Понял. Ага. У него пулемет. Ну, встань. На, сука. У меня тут человек справа где-то. Я пулеметчика взорвал. Аптечки. Главное, чтобы у него были аптечки. Есть аптечки, есть. Забирай. Аптечки. Я дом прочекиваю. Есть аптечки. Оп. Тут вторая шляпа целая на втором этаже. Чтоб ты знал, да, пулеметчик у меня... в могиле. Пулеметчика я знаю, я видел, ты его взорвал. Угу. Так, на тебе еще одну аптечку. Давай. Что у тебя по бустам? 2-7 бусты нахуй не надо. Ай. Классно, бустаюсь я. По голове походил. Где-то на краю зоны, что ли? Слышь, пукает. СКС-ка, наверное, за камнем на сотку. Это СКС-ка всех убивает, между прочим. В этом доме? Да, на балконе. Вышел. Да я ж. Тут два склада, что ли? Да. Тут два склада. Ну ладно, давай, беги, я тоже сбегаю по Шурику. Давай. Давай.
Так, ты тут? Так. Да, я тут, я же тебе говорю. Вот сейчас услышал. Ты уже пришел тоже, да? Ну да. Красавчик. Блять, а там два склада, что ли, разных? Да, меня вообще зажал тип! Сузика с дома одиночка. Сузика одиночного. Он меня убил, не этот тип. Я бы этого типа убил бы, блядь. У него уже патроны закончились, а я уже на перезарядку уже, я уже втыкал, блядь. Ему пизда была. Ну, блядь. Я ему еще и попал. Я ж первого зажал. У меня было 23 патрона, у меня осталось 4. Я начал перезаряжаться, он по мне зажимать, я ушел. А тебе хуй левый показал, блядь. А тут тип туалет открывает, прикинь, Сузика прям на меня смотрит, ебать. Я думаю, ну пиздак, блядь. Я успел посмотреть, нахуя Сузиком, блядь. Ты пиздец. Я так там хорошо зажал этих двух типов. Ты так хорошо вышел за домиком, выдавил их на меня, блядь. Я второго не заметил, я видел одного, я начал за тобой. Хотя этот оказался как-то по правую руку у меня, блядь, какого-то хуя. Не, ну там, видишь, не одинарная ситуация. Там от нас ничего не зависело, там от ситуации. Я знал бы, что там второй есть. Выбегал один от меня, блядь, а второй какого-то хуя вообще, блядь, справа, блядь, из-под забора он вылез, блядь. Где он был, я так и не понял. У тебя справа же зажали, да? Да, у меня правый вышел. Я выбегаю с дому за вот этим, которого я выдавил к тебе. Так правый же по мне высадил целую обойму, блядь. Нет. Там тихо было, да. Там, ну хуй его знает, я его не видел, я выбегал за этим, я впритык он никого слева больше не видел. Он слева от меня по правую руку был, я вышел на этого типа с этим, начал перестреливаться, я его сразу с первых трех патронов жму, он ну, дохнет потому, у меня. Ну потому что я ему в спину дал, я за этим и гнался, а того второго перед собой я не видел. Хоть я этого и вижу того типа, который убивает, получается, тебя, блядь, я начинаю отходить назад, перезаряжаться, он по мне ебать как высадил сколько, блядь, пидорасина.
У меня осталось процентов 15, блядь. Я начинаю хилиться, прикинь, и тут тип с туалета выходит с узиком. Открывает дверь, салам алейкум. Я на него смотрю и падаю. Не, ну в такой ситуации это типа любого убил. Ну, с сам узиком, я... да. Я там выжить не мог так, бы, блядь. С нами никого. И в кратер, кажется, никого. Но там рядом с кратером он на углу падает. А, не, в они... кратер. В кратер упал. В кратер упал, да? Да, все-таки, да, долетел. Он там развернулся в кратер. Ну и ладно. Ну так сейчас снимем. У меня уже М-ка, СКС-ка. М-ка с компенсом. Где? Оу, у меня длинная М-ка пока. Ну, поменяемся, если сейчас на зажим себе что-то найдешь. Я заберу М-ку, а у тебя СКС-ку там. Туфу на пятака. Нет у меня зажима пока. Говорю, если найдешь. Я тут по той потауна пока стою с компенсом, блядь. Пиздец, как пусто, 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 пусто. Ага. Эй, зажим дайте, мудачье. Не сайгу, сайгу принципиально брать не буду, блядь. О, топовая М-ка, заебца. Ксуль нету, нету. Ну, есть точка. У тебя хоть что-то есть, у меня ничего нету. Я еще в бомжи зайду. Я так атаковать не хочу, блядь. Увел Макс снайпа. Еще и пятаков хуй да нихуя. У меня полтинник. 37 оков. О, точка, заебца. Бинтики взять нахуй. Бинтики нужны. Еще точка, заебца вдвойне. И такие, заебись. Все, и мне две точки есть, готов атаковать. Ты в нижний заходил? Нет, я туда не пошел, я сразу влево ухожу. У меня иксули нет, у меня точка, я влево поближе. Подсекаюсь. Да, у меня думаешь, что... Ага, вижу, перебегает. Перебегает он дорогу. По дороге прыгает на 165. Может в круглый пойдет? Нет. Пошел к зеленому. Один в круглом у меня тут, один возле зеленого. На зеленый переходит. Один у меня в круглом. Ну да, иксулю любую. Меня спалили. Спалили? Да. Они к тебе спиной должны быть. Один у меня тут под круглым. Граната мне накидывает, он меня не взорвет. У меня в ловлю вот тут. Один был в зеленом. Должен ты его видеть сейчас. Должен. Вижу. А второй где? Ну, еще крякалка. Я его не прострелю через эту херню. Прострелил, две хитули дал. Ближе к тебе пойдет, ты его должен видеть. Нет, не вижу, он в зеленом. Все, в зеленый ушел. Нет, копавей от зеленого ангара ушел. Вижу, сбоку ангаров. Ага. К зеленому ближе подошел он. В зеленом. Ну да. Угу. Вижу, он меня целит. Где-то в зеленом. Не вижу где. Тоже не вижу. Гранату могу покинуть туда. Ну закинь прям. Ага, он мне гранаты выкидывает. Ага, назад отошел зеленого.
в задней части видел. От гранаты ушел. Бинтов даже нет, чтобы подхилиться. Буду бустами хилиться. Вон три зеленого где-то. Так, это под кис. Где-то внутри зеленого. Ну, к тебе на пристрел не выходит, нет? Я тут уже под таким углом хожу, я хуй его знает, где он там, не блядь. Не видишь его. Где-то, может, в мёртвой зоне сидит, блядь. Не могу понять. Вот и я его не вижу, чем прикол. Если б я его видел, я бы его уже уебал бы, блядь. Блять. Прикинь, что за мышь, блять. В углу сидит. Иди там, твоя болтовка. Ну, крыса вонючая. Каякалка. И кстати. Его знаешь, что спалило? А. Портфель. От зоновый. Так бы я его не увидел. Видел, в каком аж углу он там, блядь. Так, проблема теперь. Я второго найти не могу. Так, тут компенс есть. Какой компенс? Сайга? Да. Лишний? Да. Заберу. Я второго не могу найти, реально. И овилмаг. Тут не ультрик, но овилмаг есть еще. Не, овилмаг и не ультрик есть. На М-ку жопу и ручка надо. На СКС-ку ручка и ксуля нормально, и жопа. Бо ксулю я нашел тут вообще рядом с бочкой валялась. Я с тройкой пока. Ну, у меня тоже тройка как раз. Я второго найти не могу. Да я хрен его знаю. Где ты его? Ты его убивал. Ну, я его убил, его с подловла. О, коряк. А у него по-любому там иксуля нормально была и все остальное. Все, компенсация его выкидываю, мне не нужен. Понял. Надо выше подняться. У меня 3 пулика, вот 5 бинтиков я нашел. Мне 2 аптечки, 5 бинтов, то и 2. Что тебе насыпать? Да погодь. Да все надо, я тебе сейчас скажу, что насыпать. Да я второго попробую найти. Я тут поверху смотрю, пытаюсь пройтись. Ага, вижу, все нашел. Может, у него что-то еще было. М-ки вот эти розовые скинутые тут. Бусты. Тройка, X2. Третий портфель и симаки, все, что мне нужно. Симаки, хорошо. Поделись, потому что у меня плюс 70, блядь. О, оптикон. Ну, мне 3 штуки уже. Аптечка, 5 боликов, 10 бинтов. 3 оптикона у меня. Наверное, ты долутывайся, я по машину побежал, или там сзади есть машина? Тут скорелька скинутая, блядь. 2 скорельки. У меня калашкаряк. Такой же сутоп. Ну, фуловый калаш. Коряк просто с этим. О! 6-ка, заебса. Сколько у тебя симаков? 150. Дай штук 30. Все, заебись. Сотня. Поднимайся, может на бочке еще что-то будет, блядь. Сотня плюс, заебись. Бустики. У меня бустики. Одна аптечка, 5-2 буста. У меня 4 аптечки. Т2. Сколько тебе надо кинуть аптечек? Одну. Вот будет по 4-2. 4-2, 4-2 буста. Забирай. Но мыши еще те.
Я, прикинь, с самого верха шел, спускался, каждый сантиметр высматривал. Ну он так между стеллажами заныкался, блядь, что я тебе вообще не видно. Я не видел его под своим углом вообще никак. И я под своим углом нихера не видел. Топи на 190. Нету смысла тебе по дороге бежать, тут машина никогда не спавнится. Вот как раз на 190 вниз, если спускаться, там к дороге. Ну там внизу, возле ну, кемпы той, ну... слева. Вон, вижу машину. Далеко, правда, она есть. Ну беги вправо в зону, там у нас может еще быть, зачем тебе далеко бежать. Ебать, вот тут ты нацелился, блядь. Уже проще не в зону спуститься, блядь. Да у меня пока этот... Ну вот ближе вон. Есть 155. 190 у меня. Ну у меня 145. Кого-то самолет увез. У тебя зоновый портфель. Так, и чё, куда поедем? Твое мнение. Хуй его знает, ты на зону посмотри, блядь. Сюда поехали, может, сядем пока что. Пошли посидим. Или заехать можем в город где-то сесть, в кемпу. Симачки понахожу, попробую. Нам же ж нужны симаки. Демон. А? Пока похожу, говорю, поищу симаки. Нам же ж нужны симаки. Нам очень нужны симаки. 103 симака у меня плюс. У меня 125. Ага. Ну, у меня 215. У тебя 103? Да. На. Сто пятьдесят. О, едет кто-то. Но. Но, давай. Ну и ладно. Остановились? Не знаю, за лову там прыгнули и все. Походу, да. Я не вижу, чтобы они выше поднимались. Там такой лоу, что они вправо могут еще свернуть, вот там по ловному ехать на Россия. Кемпе. Ты да. Машина едет справа, далеко. 75. Слева Сия поехала.
70, вон упала вниз, куда-то там свернула, поехала. Вот она, 5. Опа, ну. Откуда? Кутова. Ты видишь? Пока нет. Это там на крыше, что ли? 125. Да! 125, крыша дома. Не, откуда это еще, кроме крыши дома? Крышу дома я выстрел услышал, а до этого мы вообще выстрелы не слышали, нет? Сейчас, по-моему, болтовка где-то стрельнула. Сейчас коряк стрельнул. Ого, вижу его. Ага, и справа где-то. Ага, он под горой на 125 слева от кемпы. И на кемпе кто-то был. У меня такая иксуля профессиональная. Я не вижу, блядь, второго каяка. Один слева от дома под горой был, ну, по ним начали стрелять, поехали. И с кемпой чувак слез. Где ты машина? Да, вот она, наша машина. Чё, не? Что, не повезти? Не, не хочу. Так, что думаем? Давай вот это посмотрим, что это. О, там погони, смотри впереди. Вижу. Перед нами видел, с этого ловла на С перебежали. Я бы сейчас смеялся, если бы я кого-то с гранаты пнул бы. Ну помни с молотого? Жаль, только один нокнулся, второй выжил все-таки. А было бы красиво. Не, ну и так красиво, я считаю, ну. Я дал чуваку, прикинь. Серьезно? А? Серьезно? Да. Ты можешь на стриме пересмотреть, да. Нифига ты тип. Я не нокнул, ну дал. А жаль. Ты решил сюда? Вот он едет сейчас. Я серьезно вот этому чуваку дал. Ты что, не веришь? Не-не-не, ничего не хочу сказать. Красавчик. Да? Жесть. Да, на этом мотоцикле. Жесть. А там еще чуть-чуть бы левее мышку дернул бы, я бы его нокнул бы со второго выстрела, думаю. Так, мы здесь будем, да? Пока думаю, да. Или хочешь куда-то перейти? Метку свою выберу. Иди, сажи пока. В зоне. Сзади на горе стреляли. Что-то они там бьются. Никак не успокоятся.
А что сзади у нас тут? Тишина? Тишина, ну там стреляться-то стрелялись, но я никого не вижу. Да, у меня тут вообще такие зажимы жесткие, битвы тут. Но нет никого. Блин, скучно как-то. Где все? Оп. Ладно, я ушел. Куда ты ушел? Посмотрю соседний дом на Симаки. Сколько сидел, никого не видел. Пока только сковородку и гранату. Патроны на УЗИК. Нихуя полезного не нашел. Аир падает на 185. Нету, да? Сколько у тебя симаков? 104. Да. Опа. Тихо. Тихо. Тихо, тихо, садись. Спалили. Да, спалили. Справа один. Падла не идет. Их двое, да? Бустается. Один слева, один справа. Смотри, лестница сейчас не убегает там. Ну да, пока. Все, все, я вернулся. Справа перебежал. Да он там справа и был. Нет, значит двое справа. Посадил левого жестко. Я тебе так не помогу, потому что я, если выйду, буду в тебя зажимать. Ох, тут вообще жесть какая-то. Это было, не знаю. А он тебе в дверь прошивать типа пытаются на префах. Дал правому.
нифига ты как ты хочешь жестоко его вот, ну тут ему. что Давай. если попаду в голову ему сразу но Бегает один. Да, в дом соседний перебежал. Почти под домом. 340 под за ящиками. Смотри лестницу. Есть, этого снял. Остался этот под нами. Поднялся. Я его блочу. Нет, он меня доест. Ты УЗИК подобрал. Я уже понял. А что ты лестницу не смотрел? Я начал спрыгивать, блядь, и потом услышал, что он пошел и начал отменил. Пока отменил, он подшел. У этого тихо. Нет симаков. В окне в соседнем были на 355. Прыгали. Очень хуёвая зона у нас. Где наша машина? Ты слышал, в соседний дом запрыгнули? Ну да. Пусты надо? Да. Да. Нету. Вообще? А, аптечки, у меня 10 аптечек. У меня 4. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где наша машина? Внизу там где-то стоит, блядь. Выпрыгаю себе сзади в окно. Выпрыгаю, бегом себе сзади в окно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, тут, блядь, бета, сука. Нет, он на него патронов, блядь. Тут два бетера стоит, один слева у тебя тоже. Смотри. Он ничейный, что ли? Где они? Бетер внизу, а там. На батарее вот эта крыса. Я не пойму. А, петух сзади, сверху у тебя прям. Петух и АВМ, 165. Да пошел пипец. Выше. Ну я тут нормально, но ты меня, наверное, уже все подрезаешь. Не надо. Это жесть. Сиди. У тебя сверху петух, справа СКС-ка. Справа одиночка или сверху одиночка, я не знаю. Зря я, блядь, на СКС-ку согрелся. Я петух мог убить. Я стоял так, что я увидел бы.
СКСК убьет петуха? Интересно. Играют бетера. А, вот дружок. Масхалачика должен быть. Наедь на него попробуй. Хули. Тебе терять тупо нечего. Главное, не останавливайся. Чтоб он не сел. Как? Как ты его не задавил? По нему ж попало. Жди, пока кто-то сагрится. Чем вне зоны будешь? Ой, все, этот откис от зоны. А нет! Ой, хорош. Один в один. Все одиночки были. Купе у Беттера достаточно. У него патрон, что ли, нету? Сука, ебать катка нахуй. Вверх сдавай и задом дави, я не знаю, хер его знает. Или в зону его так выталкивай. Да вот сейчас в зону пойдет. Не забывай, у него не зоновый портфель. Может он и быть целым, в чем прикол. Ой, зря он. Че? Он ждет, пока ты выпрыгнешь. Я не выпрыгну. Зачем мне это надо? У меня бензин есть, ХП есть. Ему надоело? Он так бы и байтит тебя. На перезарядке лови его. Тупо на перезарядке сменное оружие.
Ты меня так подставил с этим ВСосером. Как я тебе подставил? Я говорю, смотри лестницу. Мы бы его соком зажали, если бы трешку перебегал бы. Я тебя поднял? Нет, я ж мертвый, я ж не дожил до конца. Че у меня урода больше? Или подожди. Не знаю. Так же. 478, у тебя 484 больше, да, у тебя. Бля, ну самое классное, мне понравилось на ходу чуваку дать. Я не видел, это надо посмотреть, пересмотреть. Пересмотри и увидишь. Вот перед тем моментом, как раз как мы к дому подъезжали, там чувак на горе, вот этот, сидел в розовом с мотоциклом, стрелял по нам. Я ему на ходу в тело дал. Ебать бы было похуенно, если бы я попал бы в голову ему. Было бы охуетительно. Я у тебя тоже в воздухе стою? А где ты вообще? А, все, текстуры прогрузились, ну ладно. У меня вот тут только... Топ-1, топ-1, главное, что есть топ-1. Какой бы там ни был. Мне не надо было и вылазить из этого, из БТР, агриться на эту. Сидеть надо было со мной кататься. Я тебе БТР пригнал, все. А потом вдвоем дать последнему вот этому Шалбанов выйти вообще, сковородками его запинать. На перезарядке поймать, сковородками взять, вылезти. Смоки! Жаль, нету скина большого тапочка. Я бы реально натаскал бы тапочка, блядь, хоть бы по врагам кидался. Топ-1 есть, топ-1. А куда мы там летим? Хоть и беспонтовый топ-1. И куда мы летим? Опять я покурить не успел, блядь. Не знаю я. В принципе, и в поля долетим, и в Лос-Леонес. Полетели на эти, на... Поля ты хотел сказать, или Лос-Леонес? До полей не дотянем, а вот до вот этих сисек дотянем. Ну чё, в кратер дотянем. Это дотянем. С нами вроде никого. Мало кто сюда тянуть будет. Мы всегда так думаем, мало-мало, блядь, просыпаемся, а тут люди нахуй, блядь. Вот эти в доме бедолаги, что-то они какие-то такие себе вояки были. Ну один отошел, хотел, блядь, припиздить нас, но на коряк нарвался жбан. Я левого как не нокнул, я ж вроде так дал с калаша по нему хорошо. Я очень сильно удивился, как он не упал. Третий портфель. Ага.
Вообще пока никакого портфеля нету. Ну так зайди, я тебе три типа отметил. Чё ты? Сейчас. О, хорошо. Вовил мага сейговских, точка. Возьму оба увел мага. Калаш, СКС-ка. Еще калаш, ну, на... лежит. Я тебе калаш пометь. А где эти портфели? В зеленом, вот этих двух зеленых. Вот тут. Понял, где? Угу. А, этот, а, калаш вот тут. Улучшитель снайпа. На СКС-ку только осталось подсчетчина. У меня два улучшителя снайпа. По кайфу тебе. Блять, у меня гранат, блять. Патронов нет ни хрена. У меня 157 оков есть. На пятаках. У меня бустов 4-3, а аптечек 0. Да и аптечки у меня 10 бинтов, один болик. Бинты у меня тоже есть. Так, мини кто-то есть. Могу дать тебе фул на симаки сядешь с КС-ку. Хочешь? Да, я побегаю пока что. Еще миник. Хорошо забытая старая, блядь. Почему бы и нет? Макс снайпа. Так, короче, на, вот тут я тебе кинул. Еще 87 оков до нее долаживаю. Вот я там только подсчетчину осталось. И X2 я тебе оставил. Самого пока X-ули нету. Пойду миник заберу. Сколько у тебя там симаков достаточно? 60, а, вполне. Надо тебе этот на еще. Увел магии свои отдать. У меня СКС-ку только подсчетчина останется. У меня все стоит уже подсчетчина. А, все, я тебе фул СКС-ку, считай, отдал. Да. 5-3 буста, 10 бинтов. А, на, аптечка, кстати, твоя. На ней так и написано, моя. Ну да. Типов везут. Ай, там квадроцикл был, а мы его не забрали, прикинь, мы дебилы. Я вообще про него забыл. Третий броник. О, надо зайти. Глушитель Сайга тут есть. Зачем? У меня не знаю. Три третьих броника. Надо по-любому зайти, а хоть один взять. О, четверку нашел, двойку слил. У тебя мало симаков там? 50 плюс. На. Я сел на топ-эмку с миником, вот тут калаш, на нем 137 акул еще. Подсчетчинность вкинул, еще может быть нужна будет. X стоит тут есть. X3 мне тогда на миник. Нет, вот X4 есть еще один. Блять, СКС-ка. Ну, сима... большую аптечку возьми, у меня уже одна есть. Вот, еще и шоколад с симаками, на... блядь. Ну, может, ты тоже насядешь? Так, я уже сажусь. Вот там я наскидывал вот эту всякую хрень. Я пошел за калашом.
А у тебя что, на зажиме калаша нету? У меня сейчас М-ка топовая стояла, фульная. Где он? Вот он. Оставь там сотку возьми себе, а мне 30-ку оставь, как раз 90 будет. Так, на СКС-ку только ручка надо. На, вот две тут валяется же. Две маленьких у меня. Одна большая, 6-4 пуста. Одна большая, три маленьких, 20 бинтов. Вот. Так, один шприц, один болик. Один шприц, один болик, на. Что, пошли за квадроциклом туда-назад, что я могу сказать? Ну зачем, мы можем вверх подняться, по пути лутать и машину найдем, что не? Ну, в принципе, можем. Смотри, оно как зона. В принципе, думаю, успеваем. Ну, а хотя не так уж и далеко. Глушитель снайперский еще даже. Ну да. Два глушителя снайперских я нашел. Я же тебе на СКС-ку снайперский же поставил. 4 осколочных, молотов, 1 дым. 3 осколочных, 2... А, 5 осколочных, 2 дыма. На, оба с калашами, оба с СКС-ками. Сетап Мада и Нараша. Сверху, ну смотри. Третий портфель, аптечка у тебя там на гараже. Калашим, очки. СКЛ-ка валяется. Сковородка, если нужно. О, Каячела, я пересел. Ну все. Магазин нужен тот веломах на снайпу? Нет, у меня все фуловое. У меня прямая ручка есть, да, запасная. В данный момент. Еще подчечено тут. У меня фул, калаш фул СКС, ну, то есть мне ничего не надо. Еще симочки. Большая аптечка влезет тебе? Ну, если гранаты лишних повыскидывают, то влезет. Вот, вот, ну, гранату скидываю, попробую забрать. В мыстель. Что вообще выстрелов нигде не слышно? Маков плюс 150 у меня. 184, там еще, я же говорил, в кемпах есть симаки, я ж не добирал, мне не лезло. Так, ну что, иксуля нужна. Это четная. Это такая полусредняя дистанция. Ну хотя и в четверке такие шоты давали. Феричные, блядь. О, я выстрелы слышу. Так, тут надо быть уже аккуратнее, мы летели сюда, куда-то падали. Большая аптечка, и... еще одна. Да. Так, тут перекрашена и машина стоит. Сверху шестерка. Сейчас заберу, скину тебе. Знаешь, где это? На кемпе, где я всегда есть люди. Можно втихая подняться вот туда. Я же тоже хочу. Это на шестерку только для начала. На четверку.
напрямую ставить на СКС, сколько кинуть. Сейчас подняться, там кому-нибудь дать в голову. Никого не видно, блядь. Уже кто-то кого-то убивал, правильно? Да, и убил-то. Непонятно, где они. Вон машина какая-то поехала куда-то на 160. Не они ли это? Хуй его знает. Может, это за Иром следовал кто-то. Тикончик всяк мелкий. Гранаты валяются, С4 валяются. Его знает. Это чё? Это не ультейк нихуя. Галогов выброшены. Мне ничего не надо. Компенс на калаш по-хорошему, так все стоит. Машин хуй, да? До зоны, в принципе, хуйня. Ты ж шестерку забрал, надеюсь, да? Конечно. А, кстати, ну, многие типы не играют с восьмеркой, я заметил. Чему, не знаю. С шестеркой с тройкой играют часто. Так. Нам надо где-то закрепиться. Так, плотно. Справа машина, по которой я поехал. Блять, что там и без тачки бы? Вижу, слева под горой он убежит. По горе перепрыгнул на 150. Он а, вон он на самом верху. И двое там оно. Залезли на самую макушку, вижу, блядь. Вижу, я же целюсь. Че я тебе, блядь? Что пока ты выстрел сделаешь, если будешь да, делать? Да, ну, я не знаю. Я уже передвигаюсь. Они АИР будут контролить.
все-таки дал. Ох, ты дал! Ну да, а что там давать? Становисик правильно сделал там ему. Блять. Передвигаться надо, зону посмотреть. Так, ну это ты право, а левый. Ага, вот только бежит. Надо бустаться, блядь. Я запустанный. Я тебя поздравляю. А я нет. Зона, 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 зонушка, блядь, тачки нету, сука. Опять ты его нокнул, бедолагу. Сада есть. Там такой неудобный угол. Что-то есть. Еле спину видно, блядь. Будь здорово. Будь здорово. От меня морозец. Кейт. Говорю, будь здорово. Тачка сзади стоит. 335. Забираем? Да, думаю, что да. Зона не так близко. Он твой вонючий, где ты там? Да забей, он все равно сюда уже никак не попадет. Заебется попадать. И стреляет в меня. Классно. Я все дальше отхожу, он пытается меня прострелить. Да, смотри в меня. Поехали. Ну, дай. Ай, почти. Ну дай, дай стрельну еще пару раз. Ай. Прикольно так же. Ать! 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 Второй уже спускается. Левее пошел аж. А, поехали, зона, ебать, забыли что-то мы. Мы и забыли, я тебе сказал, поехали. Да дай пострелять, да дай пострелять. Опасно останавливаться, значит, где-то сидят. Тут битва была какая-то злая. Так, что у нас по зоне? Зону ты видишь, да? Да вижу. Что, в этот дом? Вот эту двушечку. Попробовать. Красненькую, что ли? Вот двушка перед нами справа, он возле дороги. Желтенькую. За этим туалетом. Вот эту? Да, левую. Ну а куда ты хочешь? На горе, там серп, я думаю, уже все занято. Давай. Машину сохранить на всякий случай и все.
чай. Тут никого не было. Чты валяются. Кофт так и нету, блядь. Ну, симаков нет, но пустые есть. Сайгай, блядь. Куда ты? Твоих ёбнул. Злодеюшка, злодеюшка. Кому-то в затылочек зашел. Давай, мудачок, вытаскивай свою третью головушку. Так никого и не убил. А я будто убил, ты нокнул. Хотя бы. О! Шо, о? Шо, зона? Да. Ну так. Я на это и надеялся только. Вот эти кемпы справа еще будут в зоне. И сзади. МКХ здесь, да, лютует с кем-то? МКХ сверху там, над нами. Лютует. Так, я тут по центру вообще ставлю этот канистру. Над этим, как там, над лестницей, если будут люди. Лестницу можно взорвать канистру и поплывет все на лестницу вниз. Нифига ты тут. Прям вот тут, где. Сзади себя посмотри, вон она. Вон она. Вот она. Вот. Вот. Оно взорвется, вниз поплывет. То есть они заходить будут? Ну, вдруг да. Правая кемпа что-то тихо, я, блядь, сколько не смотрю, блядь, движений по углам вообще не вижу. Да много бустов? 4-3. Да и у меня тейболика, я сейчас съем, забустаюсь на фол. Накидал. Ага, вижу, сзади. Вон, залову нашел на 50. Там, может, тут нет окон, блядь. Питу. Двойка перебегает правее, 75. Я смотрю, что на горке мучится, блядь. Кстати, я так и ни по кому не пострелял. На горе и вот тут за ловлом, да, и все. Оо. Дим, как вы писте, блядь. Угу. Злодей. Классно. Опять эти сзади. Оба. Домик проснулся, да, какой-то. Проснулся. Так, на 50 люди сейчас у нас 65. 275 и МКХ. Охуенно.
патроны, блядь. Шапки оставили. Под нами. Под забором. Надавал, но мало. На 260. Сука, это хуёво. У нас там машина стоит, они могут спиздить. Такие есть, блядь. Ладно, пока. Пошли со мной. Или смотри сам, я хочу им как и в шопу обойти. Угу. МКХ это одиночка. У нас сейчас сзади у тебя в этом. Пинаю двойку. Не, сюда, наверное, не заберемся. Уходи. Я не могу забраться сюда. Как я слева двойку пинала? У нас одиночки пооставались. Один на один. Угу. Ну да, позиция удобнее. Ладненько. Все. Все. Да, ну уже 8. Сейчас мыться, бриться. Завтра же на работу. Ну, лады, давай на связи. Да, давай, на связи. Нормально, покатали? Что ты там наклепал? Наклепал? Ничего, что-то? Ничего, не наклепал. Один раз выстрелил. Ой, ну, топ-2. Давай на связи. Давай, на связи.